Главный врач Одинцовской центральной районной больницы Ольга Мисюкевич в конце прошлого года ввела в лечебных учреждениях режим карантина. В Одинцовской детской поликлинике количество вызовов врача на дом резко возросло. В последних числах декабря в сутки врачи осматривали рекордное число пациентов. Эта цифра достигла 260. Все поликлиники, все амбулатории работают в дежурном режиме. То есть все, что касаемо рабочей недели, мы работаем по обычному графику. В субботу мы работаем по графику рабочей недели. И в воскресенье по графику субботы. То есть с 24 декабря все поликлиники, все амбулатории работают. Наши посетители, наши пациенты могут вызвать себе доктора на дом. Они могут прийти в поликлинику, в амбулаторию. Им окажут помощь согласно всем медико-экономическим стандартам, которые касаются того или иного заболевания. Сегодня картина несколько изменилась. Маленькие пациенты пошли на поправку, а каникулы дали возможность им полностью выздороветь и уже с новыми силами отправиться в школу и детские сады. Предварительно, согласно приказу по Одинцовской ЦРБ, карантин установлен до 1 февраля. А в дальнейшем будет анализироваться ситуация по эпидобстановке, и карантин будет либо же снят, либо же он будет продолжен. Специалисты работают в обычном режиме, записаться к ним можно. В настоящее время у нас приостановлены только проведение профилактических осмотров. Мы не приглашаем, у нас отсутствует сейчас день здорового ребенка, то есть мы не приглашаем деток до года к врачам-педиатрам и к врачам-специалистам и не проводим прививки. А так детки по заболеванию к тем или иным специалистам, которые им нужны, они могут спокойно записаться через колл-центр, либо через своего участкового педиатра, через интернет, через МОСРЕК к специалистам и пройти то необходимое обследование и лечение, которым они нуждаются. Все службы, вся параклиника, все диагностические, инструментальные методы исследования, все они проводятся. Врачи считают, что эпидемиологический порог не был превышен благодаря тому, что большая часть детского и взрослого населения своевременно прошла вакцинацию против гриппа. Карантин в Одинцовской детской поликлинике продлится до 1 февраля. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».